Постой, что ты сказала? Что с тобой? Постой, как ты меня назвала? Тайлер дергал. Все, я выезжаю. Послушай, Марина, меня там нету. Ты нарушил обещание. Черт, Тайлер! Зачем ты ей проболтался? Тайлер, что вообще происходит? Я просил тебя всего лишь об одной простой вещи. Почему меня принимают за тебя? Отвечай! Сядь. Так почему меня принимают за тебя? А ты не знаешь? Нет, не знаю. Нет, знаешь. Почему все путают нас с тобой? Нет, я не знаю. Ты понял? Нет. Не надо злить нас. Скажи. Потому что... мы один человек. Правильно. Мы кучка жалких испражнений. Я не понимаю. Ты хотел изменить свою жизнь, но ты не смог этого сделать. Все твои желания воспроизведены во мне. Ты хотел именно так жить, так выглядеть. Я талантлив и свободен от всего, что сковывает тебя. Нет! Да нет, Тайлер уехал, Тайлер исчез. Не может быть. Может. Со всеми такого и бывает. Люди представляют себя такими, какими хотели бы быть. Но в отличие от тебя, у них нет смелости. Ты еще борешься с этим, поэтому тебе кажется, что ты — это ты. Это надо повторить. Но временами ты видишь меня. Ты дал себе волю. И все чаще теперь ты. Тайлер дергал.